Їм все по зубах. 9 лютого стоматологи всього світу святкують своє професійне свято. Дату обрали не випадково. Сьогодні день святої Аполлонії. Є повір'я, якщо помолитись цій святий, то зникне зубний біль. Хоча одними молитвами зуби не лікують, жартують лікарі. Про особливості професії розкаже Мар'яна Сарапій. Це третя міська стоматологія. Тут працює більше 2,5 сотень людей. У такому колективі сумно не буває, розповідає головний лікар. Стоматологи – це дуже життєлюбиві люди, веселі, общительні. І завжди на день стоматолога збираються вечором після роботи попити чаю, хто кофе. Кто коньячку, рюмочку, пообщаться, поделиться, рассказать друг другу, кто чем дышит, какие пациенты. Сьогодні робочий день починається не так, як завжди. Головний лікар вітає колег в хірургічному кабінеті. Після цього стоматологи-хірурги беруться за роботу. Євген Шидловський приймає за день більше 20 пацієнтів. Каже, до нього приходять люди зі складними проблемами, які не можуть вирішити стоматологи-терапевти. Ми вже допомагаємо людям вже в критичному стані, коли вони приходять нам з зубною болю. После осложненных пульпитов, периодонтитов, мы, так сказать, последнее звено стомат в структуре в городской и оказываем непосредственную помощь. Окрім лікарів, у хірургічному кабінеті є ще інтерни. Це молоді спеціалісти, які готуються до роботи в стоматологіях міста. Я ні разу не пошкодувала про цей вибір. Мені дуже подобається допомагати людям, стоматологічним пацієнтам. Ще в поліклініці є терапевтичний кабінет. Його лікарі жартома називають «жіночим царством». Тут у дві зміни працюють лише жінки. Зараз прийом пацієнтів веде Олена Лещенко. Вона працює тут 14 років. Каже, робота – її все. Я її просто люблю. Я просто люблю і не можу жити без своєї роботи. Тобто я цілими днями читаю на роботі і я дуже горжусь, що я врач-стоматолог. А це дитяче відділення. Сюди приходять найвибагливіші пацієнти. Окрім лікування, їх треба ще відволікати і розважати. А це завдання не таке просте, як здається. Бувають такі періоди, що дуже складно. Дітки попадаються різні, капризні. Ну, це наша робота. Також у цьому кабінеті, окрім лікування, дітей навчають доглядати за зубками. Це щодня робить медсестра. Для таких лекцій тут спеціально встановили маленьку раковину та придбали дитячі щітки. Плакатик, на якому дитина маленький може вместе з мамою, а ми їм об'ясняємо цю роботу, показати, як правильно чистити зубки. На прийом до лікаря Ірина прийшла з 3-річною донькою. Жінка каже, лікарі тут уважні. Взагалі замечательно. І дитина завлекли. І не больно, можна сказати, дитина не плакав. Точно не больно. Самі лікарі кажуть, пацієнтів у них багато, але зубні хвороби лікувати потрібно вчасно, адже вони можуть привести до більших проблем. Щоб запобігти цьому, треба знати декілька простих правил. Найперше – чистити зуби вранці і ввечері. Мар'яна Сарапій, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. У нашій студії Марина Гавриленко, головний позаштатний дитячий стоматолог Департаменту охорони здоров'я міськради. Вітаю вас з вашим професійним святом сьогодні. Марина Аркадівна, як у Запоріжжі відзначаються свято майстри бурмашини? Чи просто вітають одне одного, чи є якісь там спеціалізовані заходи для вас? Добрий вечір, дорогі телезрителі. Звісно, сьогодні такий праздник, але ми провели його на робочому місці. Як завжди, діти плакали, як завжди, прийшли діти і в першу, і во вторую зміну. І зараз працюють доктора до 7 вечора. І наш праздник ми будемо проводити в суботу. У нас буде спеціальний такий вечір, коли ми зберемося всі вместе, всі стоматологи частних і бюджетних клінік, і там ми проведемо в інтересних таких, інтересна зустріча, я так думаю, що пройде. Тобто ви колегами спілкуєтесь одне з одним? Так, так, звісно. Збираєтесь. Ну, навіть у свято не можемо оминути питання проблем. Які проблеми є у стоматологів міських? Что можете сказать? Ну, вы знаете, в детской стоматологии есть такие важные, такие две проблемы. Это высокая заболеваемость кариесом и среди детей всех возрастов, а также заболеваемость слизистой полости рта. Это такие высокие проценты. Вот где-то 70-80% детей страдают кариесом в городе Запорожье. Но это не только проблема Запорожья и Украины. Такая же цифра и во всем мире. И вторая проблема, что дети очень боятся детского стоматолога, иногда не знают, что есть детские стоматологи. Вот. И они не знают, как ухаживать за полостью рта и почему возникает кариес у них на зубах.
Вот поэтому у нас возникла такая идея в департаменте нашем. Мы подумали, что нам стоит встретиться с детьми первых, четвертых классов для того, чтобы рассказать им о том, с чем связаны вообще каріес на їх зубах, от і як його збіжати. А ви можете нам зараз продемонструвати, як правильно, от я бачу, тут такі у вас красиві знаряддя праці? Звісно, я хотіла звернути увагу, от такий у нас є ігрушечний зуб, який ми показуємо нашим дітям. Тому що діти думають зачастую, що потрібно почистити зуб тільки з вестибулярної поверхності, от де є губи, от, і з язичної поверхності, і все. Але насправді у зуба існує, от посмотрите, 5 поверхностей: вестибулярна, язична і боковая. Боковые поверхности и еще и жевательная. Поэтому на своих беседах, своих встречах с маленькими детьми мы всегда рассказываем, что стоит чистить зубы обязательно со всех поверхностей выметающими такими вот движениями. Если мы покажем это на челюсти, которую я тоже принесла с собой, вот, то тогда мы начинаем чистку зубов выметающими движениями вот такими на боковых зубах, пройдя все с одной стороны щеки ко второй, и на верхней челюсти то же самое, почистить вот так вот хорошо зубы. Затем тоже выметающие движения делать со стороны неба и со стороны языка выметающими движениями. И круговыми движениями почистить боковые зубы. Но у нас есть еще язык. Язык также требует чистки, потому что на нем очень много есть ворсистости и есть складки. Поэтому мы должны тоже зубной щеткой обязательно в конце чистки зубов почистить и язык. И обязательно обратить внимание на межзубные промежутки, которые зачастую дети забывают чистить, также забывают и взрослые их чистить. Поэтому мы вот на своих уроках мы обязательно детям показывали вот эти проблемные зоны, где возникает кариес у детей, и мы объясняли, сколько минут нужно чистить зубы. Это 3 минуты. 3 минуты дважды в день, хотя бы дважды в день. Для детей, которые кушают в школе такие углеводистые все продукты, булочки, конфеты и все такое сладкое, липкое, то, конечно, было бы хорошо, если бы они захватили с собой в школу просто зубную щетку и смогли просто водой почистить зубы без зубной пасты. А достатньо от для догляду за ротовою порожниною такої звичайної класичної щітки, чи можливо якісь там для чистки язика, там внутренних поверхностей, щек, чи ще якось. Вы знаете, сейчас такой большой выбор. Так, так, вот сам всех, за ассортимент хотела сказать. Да, очень большой выбор. И есть, конечно, щетки и для языка, есть щетки для разного возраста. Для детей от нуля, специальные напалечники, и от нуля, и для каждого периода, когда появляются там зубы боковые, когда появляются зубы на челюстях на, и на верхней, и на нижней, и для 6 лет, для сменного прикуса, и дальше, дальше, дальше. Очень большой выбор всех специальных инструментов ухода за полостью рта. Но, к сожалению, на вот этих всех приспособлениях у нас не пишут точные инструкции, как ими пользоваться. Потому что есть такие зубные пасты, например, которые используются только при кровоточивости десен. И тогда вот они лечебные пасты, и они нужны только, их можно использовать только при показаниях, вот детский стоматолог должен их назначить. Есть дети, у которых слабая эмаль. Тогда им понадобятся совершенно другие зубные пасты. Вот. И я к чему я клоню, что обязательно нужно посещать детских стоматологов, если это ребенок, или же стоматолога, для того, чтобы он подобрал, врач должен подбирать средства ухода за полостью рта. Когда мы встречались с детьми, мы обратили внимание на то, вот мы пришли в школу, первые, вторые, третьи, четвертые классы, и мы удивились, дети не знали, кто такие детские стоматологи. Вот. И мы вместо, перед тем, как рассказать о кариесе, мы говорили, кто мы такие, что мы лечим, какие мы врачи. Вы на такие злые, как сдаетесь, так? Да, да. Мы это сделали в игровой форме, вот, показывали, как возникает кариес, что это химическая реакция в полости рта, в принципе, что идет кислотное растворение эмали. Вот, и я думаю, что одной из целей, которая появилась потом, мы просто рассказали детям, что можно ухаживать за полостью рта и не иметь никаких проблем с бормашиной, и стоматологу не надо будет тогда препарировать зуб.
У нас есть питання на Фейсбуке от наших глядачів. Как побороть стереотип людей, что в стоматологии страшно и будет больно? Ведь техника развивается, и боль сведена к минимуму, но люди по-прежнему боятся. Ну, это, напевно, запитання від дорослої людини, яка теж поки що боїться, так, ходити до стоматолога. Да, очень часто такие и дети, и подростки, и даже взрослые, и родители очень часто обращаются, они боятся сейчас даже сделать анестезию, укол. Вот. И я бы посоветовала им приходить без зубной боли, просто прийти несколько раз, если они боятся, на прием и просто посидеть возле стоматолога, посмотреть, как он работает. Сейчас это даже очень красиво смотрится. У стоматолога очень хорошие инструменты, скоростные машины. 380 тысяч оборотов в одну минуту. Это совершенно легкими такими движениями с большой струей воздуха охлаждается зуб. Это абсолютно не больно. И уколы теперь делаются тоже такими специальными иглами, которые специально заточены для того, чтобы минимально травмировать слизистую. Почти ничего не слышно. И также обезболивается слизистая полость рта. И укол... практически мы вот делаем маленьким деткам уколы, и они не боятся, и им не больно. А как же приховать эту иглу от дитины? Вот. Страшную. Ну, наверное, вы знаете, не нужно прятать ее. Мы обязательно рассказываем. Вот потому мы и просим, чтобы приходили до острой боли. И чтобы мы показали инструменты, показали. И тогда, когда человек ожидает, что будет с ним, мы всегда говорим, что будет сейчас небольшой укол. Вот. Ребенок и вообще взрослый, он должен знать, что произойдет, что будет небольшое механическое такое дотрагивание. Он почувствует. Но боли не будет. Поэтому мы всех приглашаем, чтобы они приходили к стоматологу заранее. Если посещать стоматолога дважды в году, когда нет еще зубной боли, тогда можно вообще обойтись без такого болезненного лечения, которое сейчас в любом случае снимается. Боль можно снять при лечении любого зуба. У нас есть еще запитання от глядачів. Дешевая и дорогая зубная паста. В чем разница? И отбеливающие элементы помогают ли они, или это миф? Дешевая и дорогая зубная паста. Вы знаете, у меня вот есть сегодня утром, когда мы включили телевидение на одном из каналов наших национальных, был такой совет, что для отбеливания можно употреблять соду. Вот. Это, конечно, неправильно. Вот. Дешевые пасты зубные, я бы даже рекомендовала все равно обращаться к своему стоматологу, потому что сейчас очень много компаний зарабатывают на рекламе совершенно неоправданной. И иногда те функции зубной пасты, которые заявлены в аннотации, они не работают. Вот. Поэтому только стоматолог может посоветовать пасту. И зачастую недорогие зубные пасты очень хорошо работают. Своим пациентам я советую всегда те пасты, которые по карману почти каждому. Потому что для нас вот в Запорожье очень важно, чтобы зубная паста обладала и моющими средствами, чтобы она могла снимать налет, остатки пищи. И для нас очень важно наличие фтора. Фтора в зубной пасте, потому что фтор в питьевой воде в Запорожье, он очень пониженное содержание, и получается, что кариес у запорожцев запрограммирован из-за того, что нет фтора, и эмаль очень слабая. Слабая эмаль, она не сопротивляется кариесогенным микроорганизмам, которые выделяют кислоту и растворяют сам зуб. Вот. Вот другое дело, что фтор, который содержится, вот где же нам его брать, если у нас недостаток фтора в питьевой воде, где его взять? Он содержится в морепродуктах, в рыбе. Но у нас нет морепродуктов в таком количестве, чтобы все их могли использовать. Вот. И вот есть замечательное такое растение украинское, это тыква. Тыква очень богата, это можно сказать, что это морепродукт, но растительный. Вот. И она очень богата фтором, поэтому ее надо употреблять как детям, так и беременным женщинам. И она будет в виде соков свежеприготовленных или же запеченную в любом виде или в виде каш. И тогда она будет полностью восполнять вот как раз недостающий фтор для укрепления зубов. Така собінародна зубна паста, так? Нагадаю, сьогодні 9 лютого відзначають своє професійне свято люди, які дарують нам білосніжні усмішки, і самі ними володіють – стоматологи. А що ще трапилося цей день, дізнаємось з нашої традиційної рубрики «Цей день в історії».
А ми продовжуємо розставляти акценти. Спілкуємось з Мариною Гавриленко, головним позаштатним дитячим стоматологом Департаменту охорони здоров'я міської ради. Якщо у вас є що спитати у нашої гості, ставте запитання через соцмережу facebook.com/телеканал Z або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Марина Аркадівна, у нас є ще запитання від наших глядачів. Гумки від карісу, чи допомагають? Сама хотіла вас спитати про це, чи дійсно вони такі ефективні, як нам рекламують їх? Кстати, очень интересный вопрос, потому что действительно жевательные резинки очень эффективны для очищения зубов. И мы всегда рекомендуем детям их использовать тогда, когда они не могут почистить зубы. Это очень удобно, если ребенок уходит в школу, например, и он там перекусил, покушал, позавтракал. Вот, и действительно нужно и можно использовать жевательную резинку. Но только ее нужно использовать до того момента, когда есть еще вот этот вкус. Это не более 1-2 минут, и все. Затем надо ее уже выбрасывать, потому что дальше уже вырабатывается желудочный сок. Это не очень хорошо, он стимулирует. Вот. И, ну, конечно, она очень хорошо очищает полость рта. Так как дети злоупотребляют доверием родителей и могут эти жевательные резинки часто и долго использовать, тогда, конечно, мы бы посоветовали брать с собой для очистки зубов в школу лучше твердые фрукты. Яблоки, например, или же морковку и овощи твердые, для того, чтобы происходило не только очищение зубов от пищевых остатков, но и тренировка жевательных мышц, мимических мышц. А также вот зуб, он находится в кости в подвешенном состоянии. Он висит на большом количестве связок. Вот эти связки нужно тренировать, так как мышцы, вот мы ходим в спортзал, тренируемся, но также нужно тренировать связки зуба, для того, чтобы они хорошо могли реагировать на любые нагрузки. Поэтому вот твердые фрукты и овощи вместо жевательных резинок лучше брать с собой для перекусов. До речі, от я чула таку думку, що маленьким дітям, маленьким там до 3 років, так, не варто чистити зуби, їм краще там пожувати яблучко чи морковку, а от брати зубну щітку їм ще зарано. Що ви скажете як професіонал з цього? Ні, це ошибка. Як тільки появляється перший зуб, тільки він прорізався, потрібно обов'язково починати вже його чистити. Не тільки чистити зуб, но і десна, навіть якщо там нет зубів. Я би навіть рекомендувала тим, у кого новорожденные дети, после каждого кормления, даже грудного кормления, нужно брать чистую такую стерильную салфетку, смачивать в теплой кипяченой воде и уже протирать протирать верхнюю челюсть, нижнюю челюсть и очищать полость рта. Если мы будем, это уже будет профилактика кариеса у нашего ребенка. Вот, и, конечно, чистить надо зубы, как только они появились. Еще запитание с Фейсбуку. Нужны ли ополаскиватели? Это тоже очень интересный вопрос. Вот, ополаскиватели нужны, но они лучше всего, если они будут использоваться после 12 лет. Вообще для детей, если имеется в виду дети или подростки, лучше использовать не без содержания спирта ополаскивателей. Тоже они делятся, их тоже большое количество, на профилактические, также укрепляющие эмаль, укрепляющие десна. Они имеют свои показания. Но они не исключают чистки зубов. То есть ими нужно пользоваться как дополнительное средство по уходу за полостью рта после чистки зубов. И они очень часто носят такую лечебную функцию. Это очень хорошо, но только после чистки зубов. Ще є запитання від глядачів. Для стоматолога лучше работать с человеком под наркозом или без? Наверное, очень индивидуально, потому что есть такие виды работ для стоматолога, которые лучше выполнять, когда реагирует пациент. Вот. Под наркозом это сложная работа, очень требующая высокой квалификации стоматолога. Не каждый стоматолог может ее выполнять. Поэтому это сложная работа под наркозом. А, до речи, наркоз використовується для детей під час работы с детьми? Конечно, для детей, особенно сейчас, вот у нас в нашем городе организовано лечение под наркозом детям-инвалидам.
А оно не шкодить здоровью дитини? Нет, это никак. Наоборот, только под этим видом обезболивания мы можем выполнить вообще лечение зубов таким детям. Также есть дети с лабильной психикой, вот когда они еще не готовы. Вот боятся и все. Вот, или где-нибудь боятся, и это проходит, этот страх проходит где-то после 12 лет. Но до 12 лет мы используем наркоз для лечения зубов. Вот, и это для таких детей это оптимально. Нормальний варіант. Ну, це не вредно. Угу. І ще запитання глядачів. Що робити, якщо у дитини розболівся зуб, а стоматологія вже закрита? Чим допомогти? Якась така перша медична допомога при хворому зубі є? Ну, лучше всего випити обезболювающее. Вот это традиционный стандарт вообще во всем мире. И дождаться утра, и поехать, обезболивание снимет боль, дождаться утра и поехать к стоматологу. А дитині, яке знеболювальне можна Ну, я не знаю, можно ли нам говорить об этом. Вот. Все препараты, которые используются при простудных заболеваниях, там есть обезболивающий компонент и противовоспалительный компонент. Вот. Если мы можем называть это в эфире... Ну, не варто называть, да. Загалом вы сказали так. Да. Но вдруг есть, кроме боли, еще начинается отек. У ребенка начинается отек и увеличивается щека. Тогда, конечно, надо выпить противовоспалительный препарат, он же и обезболивающий сейчас для детей, и начинать полоскание, содовое полоскание на стакан теплой кипяченой воды, пол чайной ложки соды, полоскать для того, чтобы снять отек и дождаться утра. Вот. И у нас далее можно оказывать помощь уже такому пациенту. А какие-то черговые клиники у нас есть, там, где смогут надать допомогу дитине? Да, у нас есть ночью, вот, с 6 вечера до 6 утра у нас есть скорая помощь стоматологическая, где детям и взрослым оказывают помощь. Это во второй стомат-поликлинике. Ну, оскільки у нас сьогодні свято, ви можете пригадати щось таке курйозне або кумедне з вашої практики? Щось пов'язане, звісно, з пацієнтами? Ну, якщо над ними можна взагалі сміятися, ну, над страхами людини, можливо, наскільки це коректно? Ну, наверное, такого смішного нічого у нас не буває. Вот, всегда ми... Нет, нічого такого смішного я не можу придумати. Вот голову не приходить, так? Да, да. У нас всегда, вы знаете, детская стоматология, она на самом деле очень серьезная. Вот врач все время старается шутить, вот, и развлекать ребенка, и не пугать. Вот, и всегда мы, детские стоматологи, мне кажется, они устают больше всего. Вы больше аниматоры, напевно, не лекари, так? Конечно. Нам надо показать этот. Вот сейчас у нас есть такой шприц для укола, очень безболезненного укола в десну, но он выглядит как пистолет. И, конечно, мы смеялись над этим с нашими медиками, потому что он сам, его вид, он очень такой пугающий. Мы пистолет представляем как бы к десне. Вот это, ну, где-то это и игровая форма тоже может быть. Дякую, Марина Аркадьевна, за цікавий розповідь, за те, що знайшли час у ваш святковий день. Нагадаю, у студії «Акцентів» була Марина Гавриленко, головний позаштатний дитячий стоматолог Департаменту охорони здоров'я міськради. Попереду нас чекають ще гості. За кілька хвилин до нас приєднається Ганна Дворна, співзасновниця коворкінгу «Спільнохаб», який нещодавно відкрився в обласній бібліотеці. В останньому блоці будемо спілкуватися з Сергієм Ільченком, головою Запорізької молодіжної ради, та Антоном Назаренком, головою студентського самоврядування ЗНУ. Готуйте свої запитання та надсилайте їх на нашу сторінку у соцмережі facebook.com/телеканал Z. А також телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. А далі передаю слово ведучій новин Євгенії Щеніній.